17 человек на место, почему молодежь из Афганистана стремится попасть в российские вузы. 19 апреля 2019 года. 17-19 Александр Хохлов. Афганская молодежь стремится получить образование в России. Бюджетных мест для абитуриентов из этой страны всего 365, а желающих значительно больше около 6 тысяч. Попасть в российские вузы молодым людям из Афганистана помогает Российский центр науки и культуры, РЦНК, в Кабуле. Корреспондент А.Т. отправился туда, чтобы пообщаться с главой РЦНК Вячеславом Некрасовым. По его словам, российские вузы становятся все популярнее среди афганцев. Даже дети из обеспеченных семей, которые могут позволить себе платить за обучение, часто отдают предпочтение российским учебным заведениям, а не западным. Учебники русского языка моментально раскупаются несмотря на то, что многие курсы платные, подчеркивает Некрасов. Для обучения иностранных студентов и аспирантов в российских вузах ежегодно выделяется 15 тысяч бюджетных мест. В 2019 году 365 из них отданы абитуриентам из Афганистана. Но заявок из этой страны поступило куда больше 6 тысяч, то есть 17 человек на место. При том, что многие молодые афганцы не смогли зарегистрироваться не во всех провинциях государства, где идет непрекращающаяся война, устойчиво работает интернет и подается электроэнергия, поэтому едут подавать документы лично, и часто это связано с риском для жизни рассказывает представитель Росотрудничества в Афганистане, руководитель Российского центра науки и культуры в Кабуле Вячеслав Некрасов. Уже не раз по дороге из провинции Фариаб, Баглан, Газни и Кандагар маршрутные автобусы останавливали талибы. И если у молодых людей находили документы для прохождения собеседования в РЦНК, то участь их была печальна. Учебник «Дорога в Россию». Преподаватель курсов русского языка, открытых в кабульском районе Хайрхане, Адела Нур говорит, что из-за наплыва желающих сейчас возникла проблема с нехваткой учебников и учителей. Также по теме. Россия нужна Афганистану. Посол РФ в Кабуле о мирном урегулировании и просчетах миссии США 25 апреля в Москве состоится встреча представителей России, США и Китая по Афганистану. На переговорах обсудят регулирование в. Пошел бурный всплеск интереса к русскому языку, рассказывает она. У нас курсы частные, платные, но родителей, желающих принести последние деньги, чтобы научить детей языку великого северного соседа, больше, чем мы можем принять. Наряду с нехваткой учебников возник дефицит высококвалифицированных преподавателей. Был большой перерыв, когда афганцы не учились в российских вузах. Хотелось бы получить и новые методики преподавания, язык, он живой, постоянно изменяется. Меняются и подходы к языкознанию. Сегодня афганская молодежь в основном учит русский язык по учебнику с символическим названием «Дорога в Россию». В 2018 году Кабульский РЦНК совместно с Российским университетом дружбы народов, РУДН, выпустил специальный учебник «Русский язык для афганцев» который состоит из трех частей и дополнен. CD. Тираж разошелся мгновенно. Руководитель Кабульского РЦНК Вячеслав Некрасов говорит, что в 2019 году планируется допечатать ставшее дефицитным учебное пособие. Мягкая сила, пугающая Америку на днях газета. The Washington Post также проявила интерес к РЦНК и его руководителю Вячеславу Некрасову. Посетившая центр журналистка написала, что теперь, после 18 лет, проведенных на обочине войны, которую вел Вашингтон, Москва снова заявляет о себе в Афганистане. Как отмечается в статье, не последнюю роль в том, что 6500 юных афганцев по всей стране учат русский язык, играет РЦКН и сам его руководитель. Ведь Российский Центр Науки и Культуры помогает молодым людям осуществить надежды на бесплатную учебу в российских университетах. Американка не поняла, что дело не в личностях, а в самой привлекательности России для афганцев, рассказывает А.Т. Выпускник юридического факультета Ивановского государственного университета Мухаммад Юсеф Шанвари. Старики рассказывают внукам, какую помощь оказывал нашей бедной стране Советский Союз. Мы, те, кто учился в советских вузах, говорим детям о жизни, в которой не надо бояться получить пулю или быть взорванным. Хорошо, что Россия снова к нам возвращается. Хочу научиться быть сильной. Сводки новостей из западной провинции Горни поражают разнообразием. Вооруженному нападению боевиков Талибана подверглись контрольные пункты в уезде Тивора. На мини подорвался гражданский автобус с пассажирами, погибли 11 человек. В уезде Теора талибы подожгли больницу и убили врачей и пациентов. Я уехала из родного Чехчерана в Кабул, когда увидела человека, разорванного пополам, рассказывает А.Т. Бахар. Красивая молодая девушка, чье имя переводится на русский как «Весна». Тогда террорист-смертник взорвал бомбу среди мирных людей. Это стало для меня последней каплей. Первенец в семье ее родителей погиб младенцем, минометный снаряд разорвался рядом с кроваткой четырехмесячного Масума. Потом извинился, что больше давать денег не может семья у него большая, детей много, продолжает девушка. Я пошла работать в офис организации, по международной гендерной программе, призывающей женщин выходить на работу. Средний доход работающего мужчины в Кабуле в пересчете с местной валюты – 100 долларов, 120. Женщинам платят намного меньше, даже тем, кто борется в Афганистане за равноправие полов. У Бахар серьезное стремление продолжить учебу и именно в России, потому что наше государство выделяет квоты афганцам для получения бесплатного высшего образования, говорит Вячеслав Некрасов. В бедной стране это дорогой подарок для таких молодых людей, как Бахар. В 2019 году в российских вузах выделено 365 бюджетных мест для студентов и аспирантов из Афганистана. Заявок ЖАТ кандидатов желающих получить образование в России, в РЦНК поступило около 6 тысяч, а это 17 человек на место. Бахар улыбается, но говорит совершенно серьезно. Я очень хочу жить, и жить в мире, где люди не убивают людей. Хочу научиться у русских, как сделать свою страну такой же сильной и мирной, как Россия. Выбирают не только Нью-Йорк, но и Якутск. Если раньше мы практически гарантировали поступление в российские вузы всем отличникам, то теперь требуем от них еще и выбора нужной их стране специальности, знания основ русского языка и культуры, наличие рекомендаций. Убеждаемся в осознанности сделанного выбора, говорит Вячеслав Некрасов. По его словам, сместился акцент и в выборе профессий. Шаг вперед. В середине апреля состоялся визит в Москву делегации Министерства высшего образования Исламской Республики Афганистан, ИРА, во главе с министром Хваджи Амари. Афганцы впервые приняли участие в Московском международном образовательном салоне. С 10 по 13 апреля в Москве мы поработали на площадках салона вместе с российскими коллегами очень плодотворно, рассказывает советник по международным отношениям министра высшего образования Ирагуль Рахим Сафи. Состоялось важное событие. Афганистан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области науки, образования и технологических инноваций. Соглашение было подписано на высоком уровне министром высшего образования Ирона Джибулой Амари главой Российского Министерства науки и высшего образования Михаилом Котюковым. Помимо этого, по словам собеседника RT. в Москве состоялись встречи с руководителями ведущих вузов России РУДН, МАДИ, МГСУ, МИИТ и других. Кабульский университет подписал соглашение о сотрудничестве с тремя российскими университетами российское образование высоко ценится в Афганистане, говорит Гуль Рахим Сафи. Его качество открывает перед молодым человеком двери во всем мире. Мой пример, тому подтверждение. Гуль Рахим, выпускник химического факультета Ленинградского политехнического института. В аспирантуре учился в Санкт-Петербургском государственном университете. В 1992 году, когда он защитил кандидатскую диссертацию, в Афганистане вспыхнула гражданская война. Мой преподаватель, профессор Ким Александрович Бурков, посоветовал мне остаться в России. Вспоминает Сафи. Я стал первым иностранцем, работающим в этом вузе на штатной основе. Через несколько лет мой старший брат Абдул Матин, золотой медалист Российской военно-медицинской академии, позвал меня в Германию. Я поехал к нему, быстро выучил еще один язык, получил немецкое гражданство. Мой питерский диплом и моя квалификация исследователя были высоко оценены. В Берлине Гуль Рахим Сафи занимался исследованиями в области биотехнологий и одновременно работал в общественной организации, оказывающей помощь Афганистану. В 2015-м его позвали на историческую родину, в стране катастрофически не хватало образованных людей. Занимающий сегодня высокий пост доктор Сафи говорит почти те же слова, что и мечтающая уехать для получения образования в нашу страну молодая девушка Бахар. Россия ⁇ страна фундамент и дает фундаментальные знания на всю жизнь. Движение талибов ДТ Талибан. Организация признана террористической по решению Верховного Суда РФ от 14.02.2003.